Ханнайчик, что вы тут остались? Держитесь, ребята, мы здесь. Держитесь. Сейчас мы на вылет. Нам уже показали. Один месяц отлей до 12 недель. Да, там как-то говорить по Всем привет, удачи! Хочу выразить благодарность всем кыргызстанцам, друзьям, коллегам, родственникам за их поддержку. Несмотря на такое тяжелое время, вы рядом со мной, ваши теплые слова и пожелания дают огромную мотивацию. И спасибо вам за это. Уважаемые кыргызстанцы, меня зовут Айке, я журналистка из Тимиров Лайф. Сегодня проходит мой суд на продление 2 месяца. До этого нас и так держали 2 месяца без провождения каких-либо следственных работ. То есть нас держали просто так, без каких-либо причин. Мы простые журналисты, мы всего лишь выполняем свою работу и никак не связываемся с политиками, с ОПГ и так далее. Наше дело – это распространять информацию, находить и тому подобное. Никаких государственных переворотов мы никогда не устраивали и не собираемся устраивать. Государству мы никакого вреда не приносим, наоборот, пользы. Кыргызстанцам, которые нас сейчас поддерживают, показывают нам свою поддержку, большое благодарение от меня, лично от меня и от всей нашей команды. Мы это сильно ценим и поддерживаем вас. Элди башаламандыкка чакырууга үндөгөн эмес. Маселен, менин бир да материалымды тергөөчүлөр ушул убакка чейин көрсөткөн жок. Сен ушундай материал менен элди башаламандыкка чакырыптырсың деген нерсени да суроо да бере алышкан жок. Анткени андай нерсе жок да. Анткени менин ар бир материалымдын аягында мыйзам диктатурасы орногон өнүккөн өлкөнү бирге куралы деп президентибиздин айткан сөзүн дайыма мен кайталап айтып келе жатам. Сайпидин, но сенин окурмандарың, сенин ден соолугуң аябай кызыл атанып атышат, ден соолугуң айтып берчи. Менин ден соолугум рахмат, мен өзүм да аябай жакшы алганга аракет кылып атам, бирок Польшага карап атам, ушул жака келгеним менде жүрөктө мурда инфаркт алгам, азыр болсо баш ооруу пайда болду. Көрсө ал дал эле ушул жабык мекемеде кармап аткан алам, жогорку эмедеги кан басым жогорулап кетип атыптыр да. Анан өзүмдү кармаганга аябай кандай эле аракет кылып атам, бирок ал жерде көпкө отуруу мага кандай ден соолугума кандай таасир этет, бул эми келечек көрсөтөт. Эгерде кимде бирөө өтүп кете турган болсок бул дүйнөдөн, андай эле болсо, анда азыркы укук коргоочулардын, укук коргоо органдарынын абийинде да. Кудай сактасын э. Эмне болду? Эмне болду? Эмне болду?
Давай, дачи. Айке, бери гараб, не могу тост полоть? Айке. Айке, мана из Кандай. Спасибо за поддержку. Айке, держись. Спасибо. Давайте, держитесь. Источник тоже расслабился. Держитесь. Сколько Сегодня Первомайским районным судом было рассмотрено ходатайство следователя Главного следственного управления МВД Республики о продлении меры пресечения в отношении журналистов Айгей Бишекеева и Хазибек Кызы Махабатов. Ходатайство о продлении меры пресечения было необоснованно. То есть мы там ознакомились, прочитали. Согласно статье 115 Уголовно-процессуального кодекса Республики, ходатайство должно быть обоснованным, при каких обстоятельствах обвиняемый может помешать следствию. Да? Там такого ничего не было. Просто взяли, написали статью и просили суд продлить меру пресечения обвиняемого. И суд продлил. Проводятся какие-то следственные мероприятия? Следственные мероприятия проводятся. Как вы знаете, журналистов задержали 16 января этого года. Перед вас Тагирбек Кызымахават пригласили для дачи показаний в начале марта. То есть через месяц. Невольно мы задаемся вопросом, что они делали целый месяц. Какую именно публикацию сейчас меняют? Какую именно публикацию, я не знаю, потому что нам на руки не дали заключение экспертизы. Там просто говорится то, что видео опубликованы на канале Premium Life 10 декабря. А на канале YouTube, если посмотрите, там просто дата не видно, там просто написано 2 месяца, 3 месяца. А там несколько видео, я не знаю, какое.